Всем привет, ребята! Меня зовут Леонб200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Roblox. И сегодня мы с вами сыграем в игру под названием Новое Восстание Зомби. Да, вот. Да, пока я тут с вами здоровался, на меня уже напали зомби, но я их сейчас легко, быстренько убью. Так, подарочек. Как его подобрать? 1 миллиард посещений. Так. Да, это, кстати, пока... Да, там есть 3 режима, это... Не помню, вот... Самый первый, как он называется, потом жесткий режим и вообще режим апокалипсиса. Нормальный. Да, это нормальный режим, да. Пластика или как там. Да, ну, блин, такое ощущение, как будто я играю на жесткой сложности, на жестком уровне. Да, вот у меня уже уровень 2. У тебя есть, вы... Ровно. Ничего не понятно. Так. Ну что, сегодня мы будем с вами выживать. Убивать вот так зомби. Так, тихо. Давай, 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 тебя. Осталось. Все, отлично. Так. Ну что, кстати, у меня тут есть несколько всяких оружий. Вот такая пушка, например. Ой, а что это со мной? Почему я упал? А, это тут... Типа снайперская винтовка. Нож у меня тут есть, пистолет. И вот такая вот пушка. У меня еще также тут патроны есть и гранаты. А, тут у меня еще прицел есть. Так, что, где зомби? А, сейчас же день, сейчас же пока нет зомби. Блин, как встать? А, вот. Так, тут у меня еще есть... Тут можно, кстати, оружие, подарок. Ну-ка, давайте его. Как его открыть? Кто-нибудь знает? Нет? Видимо, никак. Так, тут еще у нас зомби приближаются уже раунд 1. Так, что мне дали? Так, смен. Так, пока отменить. А как очки? Посмотрите, типа, вот у меня 2340, вот так что ли надо смотреть? Подарок, ну-ка. 100, плюс 100 денег, 100 долларов, да, тут доллары. Ну, пофиг. А, тут пушки сами типа стреляют. Так. Тут еще магазин есть. Ну-ка, а что в магазине? Игровые деньги, капец. Ну, тут все за робоксы, конечно же. Да отвалите. Так. Вот, вот так получше. А, это, кстати, вот зеленые кружки какие-то. Это... А, это, типа, союзники, не зомби, которые. На. Так. Я еще хочу какое-нибудь другое оружие взять. Так, получай. На-на-на-на-на. Что ж такое это? Живучий-то. Капец, как много. Давайте, ребят, вот одного раз. Так. Тихо-тихо получай. Кто там еще остался? Тихо. Тихо-тихо-тихо. Так, давайте отойдем куда-нибудь пока что. Ненадолго. А, тут уже не зомби, тут уже скелет какой-то. Как эти подарки-то открыть? Ремонт какой-то мне показывает. Уровень 3. 3 уровень. Так, это что? О, подарок еще один. То есть вот эти подарки я могу открывать. А, ну, тут очки мне дают. Ну-ка, давайте, да. И как-то уж... Оружейное уже открыто. Капец, зрячки потратил. Ладно. Боевой пропуск. Ничего тут. Ладно. Игроки. Оживить. Да тут еще что ли зомби? А что это на меня нападает? Он что, зомби? Ну, вроде не похоже. Что-то не похоже. Там еще крестики какие-то.
А, это зомби. Так, это что у нас? Следующая волна у нас. Так, ребят. Сейчас, походу, будет следующая волна. Что пока можешь поделать? Это что? Так, эти подарки открыть? Видимо, никак их не открыть. Ладно, так, давайте посмотрим. О, тут можно выйти. Какой-то ремонт. Это кто? Частный. Зомби приближается, раунд 12. Так, ребят, у нас сейчас 12 раунд. А это, кстати, патроны тут. А, я их подобрал. Так, вон зомби я одного вижу. Давайте, все отлично. Плюс 7 опыта. Так, подарок. Нельзя открыть? Нет? Конечно же нельзя, ты идти, ты... Так, вот тебя еще. Так, где... О, тут еще сзади меня был зомби. Так, ну-ка давайте вниз. Что тут? Это что? Все баррикады восстановлены. Ну-ка, получай. Как сюда прократься? На. Так. Пушка кого-то видит. Ну, тут еще пушки установлены. Так, подарочек. Еще очки. О, тут, кстати, оружие. Можно взять вообще как-нибудь? К сожалению, нет. Блин, а я вообще хотел бы какое-нибудь оружие другое. Это мне надоело с этим одним ходить. Ну-ка, это просто пистолет. Вот, кстати, я эту пушку еще не тестировал. Ну-ка, так, это нож всего лишь. Так, ну-ка, проверим-ка, где зомби. А, вот он. Нифига себе. С одного выстрела прям, ну-ка, на. А, ну прикольно. Ну ладно, не с этой удобной. Не с этой тоже удобней. Так, погнали теперь, знаете, куда? Так, тут еще зомби. Так, это у нас аптечка типа. Тут у нас что? Ничего. Есть тоже ничего интересного. Ну-ка, тихо. Так. Кстати, а что будет, если гранату кинуть? Ну-ка, давайте попробуем. Где зомби? Так, надо найти зомби. Хотя бы одного. А лучше несколько. А, они уже кончились. Ладно, подождем, пока следующая волна. Так, а я пока подберу боеприпасы. Так. Ну-ка. Тут ничего нет интересного. Так, кстати, вот это вот я не посмотрел, что это. Улучшить. А, то есть улучшить надо за 4000 очков. Так, пиво ведьму, что ли. Так. Нам надо найти вот эти вот боеприпасы, патроны, да. Я помню, там мог снайперскую какую-то винтовку купить. Тут что, ничего не могу сделать, нет? А если выйти? На. Так, я гранату хотел протестировать. Ну-ка. Опа. Вот. Давайте, взрывайтесь. Так, получай. Так, на. Тихо. Блин, нафиг я так близко подошел. На, ну, ё-моё, ты же живучий-то, серьёзно. Сколько ж вас тут? Капец. Тихо. Так, все, их больше нет пока. Так, ну-ка, получай. Получай, блин, я сюда упал. Ладно, так, вот там, ого, какой зомби. Так, тут еще. Да, интересно, что будет, если я сыграю на... в режим апокалипсиса и в жесткий.
жесткий режим. Типа их тут дофига, мне кажется, будет, этих зомби. Так. А где вообще зомби-то? А, вот, все. Их все, больше нет, что ли? А, не, вон еще где-то. Так, давай, 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 получай, получай. Так, блин, еще ко мне подошел один. На, уже уровень 4. Капец, уже ночь наступает, сейчас, короче, пипец какой будет. Так, это не зомби. Так, подарочек. Вот этот пошел вон. Так, опять денежки. Что еще тут? Так, ну-ка, получай. Так, давайте. Так, крестик показывает. Значит, там зомби. На. Изменение карты. Так, ну что за изменение карты? Давайте глянем. Так, еще у меня пока загружается. А, все, теперь у нас новая карта. Вот такая вот. Прикольно. Кстати, очки и деньги у меня так и остались в таком же количестве. Так, подарок вот этот вот. Ну, там по-любому ничего интересного. Всего лишь деньги, да и это. Так. Ну-ка. Блин, эти подарки вообще просто так стоят? Или что с ними сделать-то надо? Ну-ка. Ничего, я так понимаю. Просто так они стоят. Тут еще, кстати, есть, ну-ка. Да хотя с них ничего интересного не выпадет никогда. Так, ну-ка. Что это за хор? Даш? Это типа зомби? Опа. Блин. Походу, я не успел боеприпас тут подобрать. Так, тут еще подарок. Ну, похоже, что там мало будет всего. Тихо. Так, тихо, тихо. Ё-моё, я упал. Ну-ка. Так, прыгаем. Там что, коробка появилась с боеприпасами? Так, ну-ка. Чё-то пока не видно, ребят, зомби. Ну, погнали. Так, включим вот эту вот штуку. А, это нет. Не зомби, короче. На. Давайте. Давайте вот это вот используем сейчас. Сейчас какая? Вот это. На, давайте. Ну-ка. Вон целая. Это. А, у меня что, патронов нет? Капец, мне патроны нужны. Вот пойти быстренько. Капец, как много. Давай, получайте. Вонючие вы зомби. Ну-ка. Капец, их там целая толпа. Серьезно. Так. Ну-ка. Одну минуту. Активировать. Ну-ка, если... Короче, тут можно активировать. Я активировал. И ничего, видимо, не произошло пока. На. Так, тихо. Это колючая проволока. Капец, их как много. Давайте, ребят. На. Получай, получай. Все такие живучие-то. Капец, на. Так. Так что? Купить третий пистолет. Если... На. Капец. Пятый уровень уже. Так. Кстати, тут написано, сколько зомби осталось. Блин. Чё, меня ранили, походу?
Да, походу, меня ранили, серьезно. Блин, что у них теперь вот так лежа, что ли? Как снайпер самый настоящий. Ну, давайте. Так, а, вот все. Вроде все нормально. Так. Фух. Еще 185 зомби. Капец, как много еще. Так, на. У меня вообще, блин, патронов ноль. А, тихо, тихо, тихо. Капец. Пошли вон. Капец. Да ё-моё. Ну-ка. Да получай ты. Так. Погнали. Сколько еще зомби? 133, а потом босс, что ли, будет? Офигеть. Интересно посмотреть, что за босс. Так, ну а мы пока с вами быстренько вот этих уничтожаем. Давайте, давайте, давайте. Тихо. Давайте еще немножечко. Осталось совсем. Капец, сейчас 100 зомби. Давай, ну-ка. Так. Так, 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 получай. Давай, на, получайте еще. Ну-ка, у меня это вот. На. На. На, все. Еще 40, блин, 5 осталось. Ну-ка. Получай, получай, получай. Тут встань ты. Все. Блин, еще ко мне подошли зомби. Пошли вон все. Так. Так, давайте. Сейчас еще. Сколько еще осталось? 20 зомби. И а потом босс. Ну давай, что ты не умираешь-то? Все. Все, остался один. А где один? Это босс, я так понимаю, да? Так. Что у нас? Голосуйте за следующую карту. Мертвый торговый центр или бургеры Брайна? Так, а где больше всего голосов? А, я даже не проголосовал. Так, где больше голосов у нас было, ребят? Давайте посмотрим. Ну-ка. И это у нас Брайан Бургер. Так. Ну-ка. Капец. Тут еще лаборатория такая, зомби. Подарок. Патроны, кстати. Ну-ка. 1000 очков. Нифига себе. Через 2 секунды уже зомби. Все. Время пошло. Раунд 15. 200 зомби. Так. Ну-ка, где вы? Вот они, получайте. Так, тихо, тихо, тихо. Это... Черт, уйдите. Уйдите отсюда. Вон, получай. И ты получай. Все получайте. Ну-ка. Так. Надо как-нибудь... На. Так, давайте еще. На. Капец, сколько хп сносит. На. Так. Вот это... Ё-моё, бежим. Капец. Чё, патронов, что ли, нет? Черт, у меня патронов нет. Ладно, будем с пистолета. С пистолета стрелять. Капец, помогите мне кто-нибудь. Капец, у меня патронов нифига нет. Только под пистолетом придется драться. Давайте. Ну-ка, вот сюда надо зайти. Так. На, 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 на. Получайте. Капец, где мне патроны взять?
вообще патронов. Вот. А, не, вот, все, появились наконец-то. Получайте. Так, надо уйти наверх. Ну-ка, давайте гранату бросим. Отведайте. На. Так, 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 тихо. Фух. Так. Блин, патронов опять нет. Ладно, Тёма, ко мне так близко, что ли, подходит? Откуда? Так, получайте. Так, быстренько. Так, надо убегать. Капец. Идите вы вон. Капец. На, на, на. Капец, тут сколько зомби на меня пошло. У меня патроны сейчас все закончатся. Где вообще, блин, другие? Почему я один тут остался? Тут уже много еще было игроков со мной. А, вот он один. Обернись, блин, сзади зомби полно. Ну все, он умер. Так, это не то. Давайте, блин, скрушу. Пошел вон. Блин, где патроны-то взять? Вообще патронов нет. Одним пистолетом я долго не продержусь. На, давай, давай. На, ну давай. Нет, нет. Получай, получай. Капец, ребят, что сейчас творится-то у меня? Фух, вроде бы все. Пока нет, а нет, вот он еще один. Тихо. Получай. Так, подарок. Получай. Так, еще один. Шо, сколько вас тут? Много-то. Капец, патроны бы мне сейчас. Сейчас бы всех бы тут. Ну-ка, держи тебе. Вот еще на, получай. У меня патронов вообще нет. Где вот их взять-то можно? Ну-ка, получай. Так, ну-ка, давайте вот сюда зайдем. Так, думаю, как вас много, получай. Так, надо убегать. Давайте наверх. Нет тут никого. Вроде нет. Блин, вот взять бы сейчас оружие вот тут какое-нибудь. Вот так как? Я не понимаю. Так. Вообще никак. На, получай. На, на, на. Капец, вот сколько тут. Повылезало. Да, да отвали. Так, надо убегать. На. Давай, давай, давай. Отлично. Еще на. Еще. Получай. Давай. Все. Все, осталось 3 зомби. Один. Наконец-то эта волна закончилась. Патроны мои, мои, мои. Отдай. Отлично. Всё, наконец-то у меня патроны-то есть уже. А то я думал, у них не будет уже никогда. Так. Ну что? Что это? А, купить. Кстати, может рил купить? Как раз у меня скорость передвижения будет. Ну-ка, давайте. Где? Ну, вроде скорость немного повысилась. Да, только 2000 очков он потратил. И денег у меня 4000. Нет, правда, не знаю, что с ними делать надо. Где, что, как покупать. Ремонт. О! Я тут просто ремонт делаю, офигеть. Ну-ка.
Так, господи, как вас много. Получай, получай. Тихо, 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 ребят. Капец, еще через окно лазите. Тихо, надо убегать. На. Получайте. Капец. Получайте. Что ж у вас много-то там? Капец. На, получайте, получайте. На. Это, ё-моё, еще один вылез. Капец, этот вот самый сильный. На. Тихо. Тихо, ребят. Надо это уйти. Уйти надо. Давай, помогай. Нет. Зомби дофига. Ну-ка, давайте. Так. Тихо. Да, тихо, откуда ты вылез? Да, он скатился, блин. Как будто с горки. Наверное, убийство. Блин, где еще зомби? О! На. Фух. Капец. Можно ремонт сделать. Да иди ты вон. Ну-ка. Тут может просто вот так заделать окно, и никто ко мне не пролезет. Да идите вы отсюда. Получайте. Давайте. На, и тебе на. Ну-ка, давайте еще вот тут достроим. И вот тут тоже давайте. Так. Все, отлично. Так. Тут, господи, отстаньте. Ну-ка, давайте вот этой. На. Тихо. Капец, патроны кончились. Ладно, придется вот этой обычной пушкой. Получай. Патронов... А, не, есть. Отлично. На. Вот вам еще. Капец. На. Вот. На, держите. Капец. Сколько ж вас тут? А сколько еще, кстати, осталось зомби? 49 еще. 47, 45. На. Давай. Что все такие живучие-то? Все, теперь ко мне не проберетесь. Вот, пошел вон. Пошли вон. На, я пока ремонт сделаю. Да пойдите его все отсюда. На тебе, получай. И ты получай. На. На тебе еще. Тихо. На. Вот тебе еще. Ну-ка. Вот, все. Ну, ты чего тут? Ну-ка. Все. Вот тут надо еще сделать, заделать быстренько. Ну-ка. Так, и вот тут задел, и вот здесь еще осталось, ребят.
Так, все отлично. Давайте еще вот здесь вот. Короче, по всему дому решил я вот сделать ремонт, чтобы зомби не приближались ко мне. Не могли, точнее, сюда пойти. Так, что это? Напиток какой-то. Все, теперь я вас не боюсь. Вон, пошли вон. О, пройти не можешь, да? Хочешь пройти? Тут могут ломать. Капец, они ломать тут могут. Черт, бежать. Ну-ка, тут еще никто ничего не доделал. Так, ну-ка, все. И вот здесь. Вот, тут еще надо заделать. Так, до конца прям все. Никто не приберется. Откуда вы? А, я понял, откуда вы. Ну-ка, получай. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давайте, вот этих, вот этих. Отсюда все, значит. Да, тихо, 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 блин, ребят. Черт, что ж делать-то? Активируем. Ё-моё. Давай, убивай их. На. Тихо, 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 ребят. А, нет, патроны не кончились. Короче, ребят, это пипец полный. Меня тут реально сейчас эти зомби убьют все. На. Давай. Ну-ка, тут еще один был. А не, их уже несколько. Ну-ка. Короче, ребят, мне что-то вылетело из игры. Вот, и почему-то я оказался на другой карте. Но вообще, я все равно уже хотел с вами прощаться, потому что я очень устал уже. Да, это видео уже полчаса как идет. Капец, то возможно. А, нельзя. Ладно, давайте прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И также напишите в комментариях, снимать ли мне вторую часть, только уже не на нормальном режиме, а на жестком. А может вообще на режиме апокалипсиса. Ну а с вами был я, меня зовут Леон Б200, и всем пока!